в ужасе Кингспорта у нас есть также и новые заклинания. Давайте рассмотрим некоторые из них. Вот, например, такое вот заклинание, как спектральное лезвие. Его цена могуществу составляет 2 единицы рассудка, модификатор наложения плюс 2, и его можно наложить в любую фазу. Если мы удачно накладываем это заклинание, то мы получаем плюс x к проверке схватки, к проверкам схватки до конца этой схватки, где x это количество ваших успехов, помноженное на 2. То есть, если во время наложения этого заклинания у нас будет 2 успеха, мы получим плюс 4 к проверкам схватки. Ну, это заклинание занимает у нас обе руки. Далее, давайте рассмотрим еще одно заклинание. Это у нас кулак Йог Сотота. Он немного похож на спектральное лезвие, за исключением того, что его цена могущества равна единице, и здесь мы получаем плюс x проверки схватки, где x равен просто количеству успехов. Не удвоенному числу, а просто количеству успехов. Но плюс состоит в том, что эта карта занимает всего лишь одну руку. И еще одно заклинание, на этот раз не боевое. Это у нас усиленное обучение. Модификатор наложения минус 1, цена могущества 2, и мы можем наложить его во время фазы передышки. Мы можем наложить и сбросить, чтобы получить один навык. И это все, что я хотел рассказать о картах заклинаний из дополнения «Ужас Кингспорта».